Уважаемые подписчики, с вами Эден Прайм, и сегодня я продолжаю играть в Red Cars. Так, в прошлом выпуске я обозревал Alpine A450. Сегодня я попробую сыграть на такой машине, как Ariel Atom 300 Supercharged. Ой, выговорил. Следующая карта у нас Азокост на запад. Нет. Так, это у нас это... О! Сыграем тут. Можно же, да? Так, всё, старт. Thank you.
ты такой? Релакс. Зеркало за ним видно. Прикольно, что такое. Могу справа, мама Сони. Рекламу почитаем. Дайте отдохнуть, это жалко. Ну и ты, Султан, поймём. Second warning for cutting the track. Be careful. Respect the track limits or we've been pulled off. Опять на той, на те же грабли. О, смотрите, стекляшка песком брызги. Офигеть, клево. Теперь у меня появилась грязь на стекляшке. Че, протереть можно как-нибудь? По-моему, где-то было... Был... Пюр! Да, если с такого вида играешь, там грязью у тебя лицо заполняется, и ты такой рукой. Ну чё, 20-е место. Не сказать, что неплохо, не сказать, что хорошо. Плохо? Плохо. Ну что ж, я заканчиваю обзор на Ariel Atom 300 Super Champion. Всем спасибо, ставьте палец вверх, подписывайтесь на новые видео. Пока!